Пожар! А вот догони! Оп! Опля! Оп! Ой-ой-ой! Пап, тебе помочь? А принеси-ка дворник. Ого! Ой. Может, во что-то безопасное поиграете? А, мальцы? В дочки матери. Мы с Макаром не мальцы. Играть мы будем. Бой быков. Зо, присмотришь за этими быками? Не волнуйся, пап, присмотрю. Ох уж эти дети. Так, малышня, ну-ка прыг в коляску. Вообще-то я тебя старше на целых 2 дня. Ну, Зо, давай лучше с нами в быков. Опля! Опа! Хоп! Я же говорил, немножко не хватало. Я не немножко. А ну, слезай, докажу. А? Спорим, я первый до берега. Макар, ты не ушибся? Смотри сюда, сколько копыт. А чего это вы тут на моем берегу шумите? Игру придумываем. Будешь с нами в пиратов? Пиратов? Буду! Ура! Пиратов! А вот этот дуб будет нашим кораблем. Свистать всех на дуб! А капитаном будет серый. Давай лапку наш маленький Юнга. Я не маленький. О, дождь. А как там мои мальцы? Корабль дал течь. Свистать всех наверх! Вас уже можно спасать? Рано. Я бы сам всех спас. Мне бы только доску побольше. Это маленькая. Я за подмогой. Туда. Ура! Папа! Мы спасены! Вот вы где! Ливануло так ливануло, да, мальцы? Папочка, как хорошо, что ты пришел! Макару спасибо скажите. Отчаянный парень. Оп, ну, запрыгивай по одному.
все уместились. По-моему, я стал похож на новогоднюю елку. А по-моему, пиратский корабль. Поднять паруса! 1000 облаков и стакан компота! Слушаюсь, капитан! Йо-хо-хо! Йо-хо-хо! Настоящему капитану и большому молодцу Макару ура! 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 Капустка! Пиу! 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 Пых! 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 Деда! Ребята приехали! Куля! Добро пожаловать! Папа-бык, давайте я! Оп. О, что это у нас там? У нас там праздник. Вырастим урожай и устроим праздничный обед. Я буду начальник по морковке. А мне достанется картошка, большому быку большая грядка. Тогда свекла моя. Тогда мои лук, петрушка, укроп и салат. По огороду я специалист. Хрю. Оп. И у меня справочник. Ура! То, что нужно. Молодец. А мне... А можно мне не участвовать? Зо! Ладно. Вон тот цветочек мой. Это капуста, Зо. Да какая разница? Сегодня? Ну да, теперь полив, борьба с вредителями, а, и удобрения. Тут все написано. Хочешь, подарю? Дари. Расти, моя морковочка, будет из тебя сок и запеканочка. А мою зелень вообще везде добавляют. Скажи, Зо. О. Ля-ля-ля. Как твоя капуста, Зо? Прекрасно. Я как раз проверяла утром, позавчера или во вторник. Похоже, Зо у нас совсем не садовод. Надо подумать над меню без капусты. Зо не садовод, да Зо суперсадовод. Кто здесь садовод? Это Зо, вот-вот. О, капустка. Как дела? Эй, ты чего, завяла? Держись, капустка, я все исправлю. А вот это цветная капуста. У, какая красивая. Ну, не такая уж красивая, как ты у меня. Какая хорошая у тебя выросла капуста, Зо. Да, поздновато вы. Поливать? Собирать. Урожай поспел. Пора.
А вы чего это? Мою капустку собирать хотите? Не-не-не. А как же наш праздничный обед? Без капусты. Она еще маленькая. Придумали тоже. Это что еще такое? Мам! Это осень, Зо. Капуста созрела. Жалко будет, если пропадет. Вычеркиваем борщ, салат, ну и пирожки тоже. Только не пирожки! Та-дам! Ура! Да ладно вам! Ой! Сами вырастили? Лимон-то? Да не, это для серьезных садоводов. Для серьезных? Ягодный пирог. Жду вас тут, жду. Лето же уже началось. Коля? Ага, вижу дымок. Ура! Коля пришел! Ура! Ну-ну-ну-ну. А кто любит пирог с ягодами? Я люблю! Нет, я! И я тоже. А ягоды растут? Ну, в лесу. Ура! Мы пойдем в лес! За ягодами! А я больше всех ягод наберу. Я тоже. И я. Ага, тут нет. А тут тоже нет. Нету ягод. Не урожай. Ни одной, даже самой малюсенькой ягодки. А может, тогда домой пойдем? Хрю. Эй! А где это вы ягоды нашли-то? Нет. Ага. Мы опоздали. Эти местные все ягоды собрали. Странно, что они во мне помогли. Ой, они ж дикие. Ага. Дикие? А вы-то сами все сделали правильно? Поздоровались. Здрасте. Пожалуйста. Скажите, а где ягоды? Во! Ой! Коля, ну что такое? Это не то! Ой! А чего это вы тут мои ягоды собираете? Ягоды в лесу общие. Все народное достояние. Чего? Бежим! Ух ты!
местные помогли? Да, мы сказали здравствуйте и пожалуйста. Ага. Молодцы. Большое спасибо. Спасибо, благодарю, спасибо. Пожалуйста, то есть спасибо. Признателен, весьма спасибо. Спасибо, меня зовут Коля, спасибо, Николай. И... Опа! Не мне, пас! Опа! Поймал. Ой-ой! Ай! Меня зовут Зоя. Зо. А меня Боря. Бо! Я Михаил. Я Лиска. А я Макар. Там это, мячик забыли. Молодец. Как вкусно пахнет. Ну вот, кто любит ягодный пирог? Здравствуй, Коля. О, Коля приезжает. Этот? Вот эта шапка. Такие теперь не носят. Ой. Здравствуйте. А вот и мы. Здравствуйте, детишки. Здрасте. Привет. Николай, не тушуйся. Держи. Ой. Давай лучше так. Фокус, фокус. Хоп. Хоп. О, спасибо. Вареница. На здоровьица. Зои-то ж какой? Четвертый. Лифт сразу направо. Я уж лучше по старинке, своими копытцами. Ну, знакомьтесь, вот это Муся, вот это Федя, вот это Коля. Ребята! Хей! Космонавт Хряков, разрешите старт? Ага. Гравитация. На! О! Пошли. Жди меня здесь. Ага. Да. А что ты здесь делаешь один? Жду Зо. А можно мне попить? Конечно, держи. Нагулялся уже, внучок. Пойдешь, что ли? Харитон Харитоныч, не возражаете, если мы составим вам компанию? Ага. Замечательно. Зо, вот ты где. А мы тебя дома ждем. Коль просил совет, как его? Планетарий, о. Но сегодня мне очень надо в цирк. Ребята, кто-нибудь хочет с нами в цирк? Цирк! Хочу, хочу! Я! Между прочим, наш цирк известен во всем мире. Коля, смотри, какой автобус! О! Ух ты! Во! О, какой! Ой! О! Коля, идем! Ой. Ой, Зо, как на тебя похоже. Точно, царица Зо. О,
Деда, смотри, городские лук у памятников сажают. Коля, это тюльпаны, голландские. Кто я? Ого! Али, хоп! Зо, смотри! А? Первые на сцене нашего цирка звезда мирового масштаба, артист большой буквы. Ничего себе! Великолепный Харитон Хряков и его юный помощник Николай Хряков. Хопа! Али, хоп! Вот так. Опа! А вот так. Вуаля! Хоп! Хопа! Али, хоп! Та-дам! Рю! Харитон Харитоныч, Коля, спасибо огромное! Это было... сногсшибательно! Николя, восхитительно! Ты звезда! Ребята! Ну, как говорится, извиняйте, если что не так. Мы люди простые, деревенские. Коля, прости меня. Конечно, Зока. Мум, то есть, мам, ты с кем-то поссорилась? Если только с этой вазой. Жалко, а я мирилку сочинил. Я бычок и ты бычок, разожми свой кулачок. Перестань копытом бить, снова будем мы дружить. Хорошее? Отличное, даже жалко, что мне ни с кем не надо мириться. Может, она во дворе кому-нибудь пригодится? Спасибо, Мум! Кстати, отличная тарелка. Значит, все-таки тарелка. Я бычок, и ты бычок. Бо, давай с нами. Минуточку. Как дела? Хорошо, Бо. Сегодня все такие послушные. И что, никто не ссорится? А Федя? А Федя мой просто золото. Это плохо. Оп! На! Нет! Да! Да что же это такое? Вот где я проверю свою мерилку. Молодец, Зо! Вот это удар! 1-0 в мою пользу. Во всем мире требует жертв. Сейчас мы поссоримся. Папа Бык, чемпион, выходи на стадион. Му-му, му-му-му, му-му-му, му-му-му.
Папа Пыльник! Папа Пыльник! Чемпион! Я бычок, и ты бычок. 1-1. Это нечестно, так нельзя. Это спорт, Зо. Надо уметь проигрывать. Это плохой спорт, и я в него не играю. И с тобой я тоже не играю. Футбол плохой? Да он отличный. Я бычок, и ты бычок. Разожми свой кулачок. Зо, я... Да ты-то тут при чем? Ты видел этот гол? Иди и скажи папе, что он не прав. Папа, ты... А что я, сынок? Вроде все правильно сказал. Как по-другому объяснить-то? Дорогие мои, пора. Ой, кажется, тут кто-то поссорился. Мерилку применял? Нет, они меня даже не слушают. Ну, это мы организуем. Дорогой, Зо, подойдите, пожалуйста. Бог хочет вам что-то сказать. Это из-за меня. Это я. Я. Я бычок, и ты бычок. Я бычок, и ты бычок. Разожми свой кулачок. Перестань копытом бить. Снова будем мы дружить. Простите меня, пожалуйста. Это я вас поссорил. Я просто хотел проверить свою мерилку. Ну что ты, это вы меня простите, ребята. Что-то я увлекся. Нет, это я. Я начала ругаться. Папа, Бо, извините меня. Давайте мириться. Я бычок, и ты бычок. Ну, вообще-то сейчас моя очередь. А вот и нет. А вот и да. А вот и нет. А вот... Папины помощники. Ха! На! Мам, пап, ну вы идете? Ух, сейчас мы поиграем, а главное, погодка-то... Ого! Не хоккейная. Придется отложить. Все-таки этот абажур совершенно не подходит к нашим обоям. Давай их поменяем. Помнишь тот магазин, в котором наши пираты... Там столько обоев. Еще дрель новую возьмем. Такой ремонт устроим. А может, просто поменяем абажур? И абажур поменяем, и стены, и потолок, и... А вас, дети, я попрошу остаться. Еще одного нашествия пиратов магазин в этом сезоне не переживет. Мы мигом. Нет, ну сколько можно повторять? Я никого не трогал. Этот стеллаж с красками первый начал. Не переживай, капитан. Наши копытца еще ступят на палубу строительного магазина. О, твоя мышь пришла. Привет. Привет, подруга. Там непогода. Я не пошла в кружок юных дизайнеров и подумала, вдруг вы скучаете. Очень-очень скучаем. Ну, давайте тогда вместе что-нибудь поскучаем.
А у нас в кружке юных дизайнеров учили старые вещи не выкидывать, а обновлять. И как его обновить? Ну, можно, например, покрасить. Папе эта идея точно понравится. Ладно, давай. Ура! Ай! Вот тебе и ой. Мусь, а об этом в вашем кружке юных дизайнеров ничего не говорили? Конечно, говорили. Все обои теперь моющиеся. Давайте их просто отмоем. Муся, ты такая умная. Капитан, ведро и мыло. Выходит, они еще и отваливающиеся. И чем мы их будем приклеивать? А мы и не будем. Современные дизайнеры стены красят. Папе эта идея точно понравится. Настоящий дизайнер не боится экспериментов. Во, а ты воду-то выключил? Кажется, мне в кружок юных дизайнеров пора. Или не пора? А сколько пиратов участвовало в набеге? Двое. Ну, то есть трое. Фу, трое. Значит, все целые? Просто мечтают о ремонте. Вместе мы быстро справимся. Ура! Бригада, за работу! Удивительно. Начали с хоккея на роликах, а закончили ремонтом. На роликах. Новое слово в дизайне. Сила погоды. Сила природы. Сила семьи. В какой же цвет дверь покрасить? А, помощники? У нас в кружке юных дизайнеров раз... Хорошо-то как на даче. Только вот... Театра не хватает. Не то, что в городе. Да, театров тут нет. Но есть пруд. Пойдем прогуляемся. С удовольствием. Бозо, вы с дедушкой Харитоном. А все-таки хотелось бы в город. А вообще на недельку-то можно. Бо, ты хочешь в город? Не-а. Тогда нам придется кое-что устроить. Театр? А что? Мне нравится. А тебе, Миша? Всегда мечтал быть артистом. Что ставить будем? Для начала сцену. Это будет суперспектакль, и мама не захочет уезжать.
Разбираем роли. Я так не играю. Тут написано: трусишка, зайка серенький. Вдруг упала шишка прямо в мишке в лоб. Я против, и я не это, не косолапый. Я вообще-то не кусаюсь. Что я, маленький, что ли? Глупый поросенок. Это почему это? Ну это же сказка такая. Ну хочешь, ты будешь трусишкой, зайкой беленьким. А ты будешь глупым кабаном. А шишку мы заменим. Вдруг упала палка прямо мишке в лоб, а? Разыграем страшную сказку. Эта сказка не страшная, а обидная какая-то. Страшно обидная. Хрю! Мишка, Макар, Серый, Коля. А что мне нравится? Лиса, рыжая коса. А у вас есть парик? Ой, Миша, подожди! Это полный провал. Ну и ладно, сами справимся. Мишка косолапый по лесу идет. Трусишка зайка серенький под кустиком сидел. Вдруг пришла лиса, рыжая коса. И волк зайчишку зубами щелк. А кто у нас волк? Я. А как ты будешь себя кусать? Это невозможно! Мы не можем играть все роли в этой сказке. Ну давай другую разыграем. Вот, смотри, смешная. Неуклюжая коровка. Я не неуклюжая. Я знаешь, какая уклюжая. Я поняла. Мы все поняли. Я все поняла. Простите, что я сначала раздала вам обидные роли. Пусть каждый сыграет то, что ему больше всего нравится. О, мы согласны играть в вашей сказке. Ура! Или не быть? Вот в чем вопрос. Да, вот это я понимаю. Культура. Придется нам в этом году задержаться на даче, дорогой. Это представление должны увидеть все. Отлично. А я вам трибуны для зрителей сколочу. Может, сцену? И трибуны, и сцену, и... И оркестровую! Как же я люблю свой день рождения! И мы. Ты надолго? Мамочка, любимая, не спеши. Делай маникюр, педикюр и конфетюр. Обязательно, Бо. Не скучайте. Ну, у кого что? Зо? Ба-бам! Фартук для творческих коров. О! О! Ух ты! А что это?
гончарный круг. Мама будет в восторге. Надо только бантик завязать. Точно. Бо, а у тебя что? Бо, открытка. Здорово, сынок. Маме понравится. Угу. До потолка будет прыгать. Вообще-то, это не главный подарок. Вообще-то, я подарю нашей маме торт. Из пластилина, что ли? Из рецепта. А... Мальчик вырос, а мы и не заметили. Из пластилина. Как будто я не знаю, из чего торты делаются. Да, кстати, а из чего они делаются? Так-так-так. Мука. Яйцы. Это до вечера читать буду. Мама говорит, что кулинария – это искусство. Ха! Я им сейчас такой торт наискусил. Назову его развалины с секретом. Перебор. Пап! Что? А если вот торт необычный, это хорошо? Угу. А если необычный и не совсем съедобный? Да я просто так спросил. Теоретически. Может быть, еще такой бантик? Ну, как там твой торт? Я в творческом поиске. Я тоже. Страница 4. Рубрика «Просто и вкусно». Не благодарим. Ура! Просто и вкусно. Сложно, сложно. Это торт вообще или замок с канделяброй? Все пропало. Мне нужен... О, мы за цветами. Туда-обратно. Сгущенку не забыл? Положи побольше, как в мамином рецепте. Мне нужен мамин рецепт. Взять 3 стакана. Муки. А, 3 стакана муки. 1, 2, 3, 4. Ой, 3. Будет маме торт. Вкусно. Ой. Вкусно. Ставим в духовку. Шеф, что думаете о сгущенке? Сгущенки много не бывает. Уже можно открыть глаза? Да, можно. О, Бо, я такая красивая. О, фартук для творческих коров. Спасибо, Зо. Неужели это гончарный круг? Да. О, спасибо, дорогие мои. А не пора ли нам пить чай? О, какая красота! Ну, кто первый попробует моего искусства? Искусство требует жертв. И чаю! Как же я люблю свой день рождения! Шалаш. Мам, ну можно мы уже пойдем? Может, лучше у нас поиграете?
Прохладно сегодня. Здравствуйте, мама-корова! Здравствуйте, ребята! Мам, мы не играть идем. Мы идем строить тайное логово. О! Ух ты! Тайное логово будет на круглой поляне. Я знаю. Пока! Счастливого пути! Привал! Так, у меня веревка. Хрю! Коля, ну я же сказала взять все для дома. Правильно, Коля. Дом должен быть уютным. Вообще-то дом должен быть теплым. Главное, чтобы в доме были книги. Главное, чтобы в доме была еда. Да! Но из этого ничего не построишь. Зо, мы же в лесу. Коля, ты гений! Собираем ветки. В доме пригодится. Скажи, Зо. Конечно. Ну, кто умеет строить дома из веток? Можно моего папу позвать? Но тогда логово не будет тайным. Оп. Согрелись. Зо, ну не расстраивайся. Без дома тоже ничего. Ой-ой. Ой, смотрите. Коля, ты опять гений. Чего? Жили-были три поросенка. И решили они построить домик.
Опа! Серый, а как будет наш домик по-английски? House. House? House. Машинка с секретом. Я первый. Эй! Во, Зоя, идите к нам. Мне некогда. Я иду в гараж папе помогать. Мы идем в гараж. Ух ты! Ого! Задача простая. Выбросить все ненужное и оставить все нужное. Ничего себе! Ого! Ненужное! Ненужное! А это нужно. Пап, а это нужно? А это? Как это не нужно? Очень нужно. Эй, отдай! Я ее первый нашел. Не отдам, пап. Ну чего он опять? Вот, кстати, кому семейную реликвию? Мне! Нет, мне! А это, кстати, вообще что? Историческая вещь. Машина. Мой дедушка сделал. Машина? Настоящая? Ну, может, и не совсем настоящая. Но гоняли мы на ней, ух, как! Ох! Прекрасный день для гонок, да? Да, папочка. Эй, чего это сразу ты? Кто успел, тот и сел. А еще я маленький. А я большая. Вылезай, давай же. Правильно, Зо. Посади брата поудобнее. Пап, а как ехать-то? Там сзади покрутить надо. Попроси сестру помочь. Ну что, накатался? Теперь моя очередь. Врум, врум, врум. Смотри и учись. Стой! Нет проезда! Эй! А? Стой! Куда? Кажется, из вашей машинки что-то выпало. О, ты это с кем? Это я? А? Это не Бо, это я с вашим дядей. Ого! Это твой брат? Да, двоюродный. Ох, мы с ним и бодались в детстве каждую минуту. И дедушка сделал нам эту машину. И что? А то, что с ней только вдвоем можно играть. Он заводит, я еду, я завожу, он едет. Так и подружились. Как же мне повезло!
А почему? Потому что у меня есть брат, с которым можно играть. Садись, я заведу. Мама, папа, брат, очень.